оценили его в 1 миллиард пешек. Это точно? Смотрите его. Это точно Манежный Новый год? А? Что за меня? Может, это а? Может, это Мам, они могут подсунуть. Мам говорит, нет, не лезь вообще сюда, не лезь. Да. Привет! Это стол интеллектуалов. Они молчат. Они вообще даже не говорят друг с другом. Им вообще условия не важно. У них отвечает Чичканов Илья всегда. Он в принципе ничего не знает, но отвечает всегда четко. Два министерства, две гостиницы, два жилых дома. Закончить этот список хорошо заметный каждому москвичу и гостю города. Тут за одним центральным столиком ты только два слова сказал, они уже сказали, все понятно. Нет, это точно неправильная версия, Андрей, надо... На тебя давит мехмат, ты что, этого быть не может, это неправильная версия. Предлагаю изменить ее на противоположную. Выслушал женщину, сделал наоборот. Или зачем-нибудь, давайте еще подумаем. Это та самая бесполезная команда, которая говорит, надо ли нам думать. Молодцы, вы пока только конфеты кушаете. Это команда из двух человек, элитная. Нет, а можно действительно варианты ответов хотя бы? Только пока дочитаешь до конца, уже забыл, о чем вопрос. А Маша Привала вообще к ЕГЭ готовится? Она только с ответами известными. А вы все ответы знаете, что ли? А чего вы садитесь, вол, два человека? Нет, кто не знает, а почему тогда не посадить? Полин, ты знаешь ответы? Нет. Ну, нет, вот, садись, а что ты? Я фотограф. Какой ты фотограф? Ты какое место фотографируешь? Ну, где твой фотоаппарат? Да нет, меня. Здравствуйте, Илья Николаевич. С праздником. Это самый спокойный Манежный Новый год за всю историю. И самый массовый.